Авторадио Ванкувер. Болеем за Россию. Дорогие друзья, давайте поприветствуем в прямом эфире на Авторадио в радиомарафоне «Россия вперед» президент оргкомитета Сочи-2014 Дмитрий Николаевич Чернышенко. Мы уже договорились, просто Дмитрий Чернышенко. Всем привет, да. Просто Дмитрий. Дмитрий, всех приветствую. Очень приятно, что вы пришли к нам сегодня на радиомарафон. Это спасибо, должно было случиться. Спасибо, что позвали. Мы с вами не будем расставаться еще, я так понимаю... До весны. Да, да, фактически. Да. Нет, я предлагаю не расставаться до 2014 года, как Давайте, минимум. Давай, я согласен. Дмитрий, вы знаете, вот такое ощущение, что действительно на дворе еще 2010 год, притом только начался. А нас уже прет, как будто мы в 14. Во-первых, нас прет, а во-вторых, вот, по информации... Представляете, что будет на самом деле в 14? Окружает оргкомитет Сочи 2014, работа просто кипит вообще. Кипит. Что сейчас особенно вот вскипело? Гудит, как улей, родной оргкомитет. Все собираются, поскольку завтра мы вылетаем в Ванкувер. Большая часть наших специалистов, 150 примерно человек, вылетают для того, чтобы работать и учиться в Ванкувере, получать опыт, что называется, из первых рук. Ну и, конечно... обеспечивать высочайший уровень услуг нашим гостям вместе с вами в русском доме Сочи 2014. Эксперты говорят, такое ощущение, что следующих игр после сочинских можно ждать будет еще очень долго, поэтому это наш очень важный шанс продемонстрировать всему миру характер новой, меняющейся России. Именно поэтому мы должны сделать игры самыми инновационными, сделать так, чтобы все увидели, что мы действительно меняемся, меняемся в лучшую сторону, и весь мир должен сказать вау в 2014 году. Для этого надо очень много работать. Да, можно еще раз, да, по поводу событий, да, которые будут происходить там. Культурная программа. Да. Теперь уже из первых уст. Да. Совершенно верно. Совершенно верно. Действительно, сейчас в Ванкувере идет культурная олимпиада. Что это такое? Это 4 года до этого организаторы проводили год кино, год театра, год музеев, год музыки. И в течение всего этого длительного периода выбирали самые яркие, самые интересные события, которые потом они сконцентрировали. И во время того, когда все гости сейчас приезжают в город проведения игр, в Ванкувер, они это все дают возможность соприкоснуться с этим всем богатством гостям, которые приезжают. Я хочу сказать, что мы делаем ровно то же самое. У нас в этом году, в 2010 году, в России как раз год кино, и будут фестивали кино, спортивного и различных другие инициативы. И поэтому мы, конечно, как следующие организаторы игр, не остаемся в стороне. И в рамках культурной олимпиады, которая проходит сейчас в Ванкувере, принимает участие серьезный десант, высадившийся из России, представляющий там цвет и гордость российского искусства. Это и Мариинский театр, и там маэстро Гергиев выступает, и различные прославленные наши исполнители, хор Минина и многие другие. Ну и, конечно, все закончится церемонией закрытия. Это где, шоу, да, великолепное, которое ожидается. Великолепное, да? Шоу, где самым великолепным это филе. Вырезкой такое будет 8-минутное представление следующих игр. Это наша визитная карточка. Церемония передачи флага. То есть мэр города Ванкувера передаст флаг президенту Международного олимпийского комитета доктору Жаку Раге, а тот, в свою очередь, передаст флаг в руки мэра города Сочи Анатолию Николаевичу Пахомову. Потом мы этот флаг торжественно повезем в Россию. Это уже отдельная секретная история. Потом расскажу, как мы это будем делать. Так. Вот. И сразу после этого будет 8-минутное феерическое шоу, которое по замыслу нас, организаторов, должно затмить всю церемонию закрытия. Собственно, над этим мы работаем с режиссером Андреем Болтенко, который имеет репутацию человека, который может удивлять. И, в общем-то, задача у нас как раз стоит такая: сломать стереотипы, уйти от нафталина, от традиционных русских стереотипов: балалайка, матрешки, медведи, водка, икра в присядку. И причем, когда затмим, все будут понимать, что если они за 8 минут такое сделали, что же будет в Сочи? Да-да, все, что мы делаем, мы все время задираем планку. Авторадио Ванкувер. Болеем за Россию.